Siddhant Saraswati Vijayate Gauriya Goshthipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nitta Ananda Sahoditam Si Nanda Nandanang Bande Radhika Charana Dayam Gopi Jano Samayuktam Binda Banam Manoharam Vanchakalpataru Vashikipasindu Bhavacha Patitanang Pavune Bhavishnabhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalang Pangunglang Hetigirim Yatki Patam Hangbandi Paramananda Madhavam Vrindavai Tulsidevai Piyavai Keshava Sacha Shnabhakti Pade Devi Shatta Vattvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Narunchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Katho Upadeshe Gauriya Patrasya Prakasane Cha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varuna Deyam Sada Paribhavagnam Avishtadoham Tethas Padam Siva Virenchenutam Saranyam Bhittatiham Ponotopal Bhavad Diputam Bande Mahapurushate Charuna Ravindam Yat Pada Pallavana Kachandamani Chataya Bispurji Tagamapikabodushuadarshi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Kipam Karusi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadam Dharasivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Ajan Lambita Bhujo Kanaka Bodhato Sankirtanai Kapitaro Kamala Yotaksho Vishambaro Dijavaro Yugadharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Bandito Dibha Rupam Bhuktim Jamuktim Chadada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tabam bhagam Narayano priyamanango madha paharam Varanasi purapati bhajavi shanatham Vagi sajusho badane Lakshmi jasacha bhakshasi Yasyasti de sambhid Tvam nishingamaham bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Vijita Rishi Kavayu Viradanta Munosturagam
Чайя жатанти янту мати лоло мупайо кида Вясана сатамрито самавахайо гурос чарана Баниё ивайо санта крита корно дараджа лоду Виджито риши ковайо вирадант мунас турагам Чайя жатанти янту мати лоло мупайо кида Вясана сатамрито самавахайо гурос чаранам Баниё ивайо санта крита корно дараджа лоду Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада, Парамахамса Джагадгуру сказал, Акар Гуру Татва, Баладауджи Мараш, он снисходит, является в форме Гуру Вайшнау, чтобы спасти все обусловленные души. Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада, Парамахамса Джагадгуру сказал, Акар Гуру Татва Баладауджи Мараш. Он является сюда, снисходит в форме, является в виде Гуру Вайшнава, чтобы спасти нас. Они путешествуют повсюду, чтобы спасти нас. Таким образом, Гуру Татва, Вайшнава Татва, они не отличны от Бхагават Татвы, я даже скажу так. Они больше, чем Бхагават Татва. Будь уверен, говорит Бхагаван, я Ачарья. Я снисхожу в форме Садгуру Вайшнава, чтобы спасти все обусловленные души. Там, где люди страдают, они поглощены в материю, они ничего не знают, кроме материи. Материалисты, у них нет никакого понимания, то есть они не задаются вопросами, а может что-то существовать помимо материи. Даже ученые, они вынуждены признать, что существует материя и антиматерия, но они не говорят ясным образом, есть день, есть ночь, есть хорошо, есть плохо. То есть существуют такие понятия противоположности. Повсюду материя, поэтому материя, она должна существовать. Мы об этом догадываемся, но мы об этом не говорим ясно. Антиматерия означает чинмой, духовная субстанция. И люди, они заняты материальными делами, поглощены материей. Они не знают, как освободиться из ловушки майи. И иллюзорная энергия, она вас окружает. И невозможно освободиться от майи. Это правда. Но существует один путь. Мы можем освободиться от майи посредством Гуру Вайшнава Севы. Мы можем освободиться из оков майи. Шлока, с которой я начал, это шлока из Бхагаватам. Когда кто-то пытается контролировать свои органы чувств, он может попробовать избавиться от майи, освободиться от нее, но у него это не получится, если он будет самостоятельно пробовать. Ум подобен сумасшедшему коню. И ум невозможно контролировать. Если вы попробуете, будете стараться управлять этим сумасшедшим конем, конь вас скинет, сбросит, и вы можете даже умереть. Мы видели вот эту полицию горную. То есть они на лошадях ездят, и они контролируют ситуацию, контролируют народ, в порядке поддерживают. То есть личными усилиями мы не добьемся никакого результата. Мы
обязательно проиграем. В этой шлоке говорится, в Бхагаватам говорится, что тело, которым мы обладаем в настоящий момент, это лодка, тело подобно лодке. И об этом говорится в Бхагаватам, там разные шлоки. Представьте, что вы в лодке находитесь и в большом океане, и вы даже не видите краев, берегов. Вы в лодке, и вы в Тихом океане или в Атлантическом океане. Представьте такую ситуацию. Один человек, я не знаю, из какой страны, он из Малайзии, я забыла, из какой страны, он вернулся, он потерялся в морях, и он вернулся после 14 месяцев, я не знаю, как он выжил. Вы видите воду повсюду, куда идти, там бескрайний океан. И если случится какой-то шторм, то лодка, она может перевернуться, она танцует на волнах океана. То есть как можно выжить? Как вы спасете себя? Как можно спастись себя? То есть это наша жизнь, и это вот как раз та ситуация, в которой мы живем. У нас в любом случае мы полны проблем, но мы этого даже не осознаем. Маленький ребенок, когда он играется на коленках матери, то есть могут прийти солдаты, стрелять, но ребенок будет играть на ручках у матери. Может случиться наводнение, если там дамба разрушится, вода может прийти в деревню, но ребенок, если он на ручках у матери, он ничего не понимает, он не видит проблемы. И вот это наше положение. Мы в такой опасности. Повсюду майя. Никто не может бросить вызов майе. Я могу освободиться от майи. Никто не может такой бросить вызов. Как мы можем сами себя спасти? Это основная проблема. Как спасти себя? Майя повсюду. Мы окружены проблемами. В Упанишадах написано. Написано для всех нас, обусловленных душ. Великие риши, муни, мудрецы, возвышенные преданные, они говорят, почему ты спишь? Почему ты спишь? Поднимайся. Ты что, не видишь? Что все благословения, они тебя ожидают. Почему ты не поднимаешься? Почему ты не пытаешься возвысить свое сознание? Почему ты не желаешь принять благословение Гуру Вайшнава в Дивья Сури, Риши, Муни? Тебя ожидает Амрита, богатство великое. Но почему ты решил пить, испить яда, чтобы убить самого себя? Вот почему Упанишады говорят, наша материальная жизнь, стиль нашей жизни, это прям, это подобно тому, как маленький невинный ребенок, он бежит по краю лезвия, то есть по лезвию. Мы бежим по лезвию. Это лезвие, оно очень острое. И мы пытаемся по нему
идти. Это возможно разве? Но мы пытаемся. Упанишады объясняют, материалисты, они хотят наслаждаться жизнью. Да, это естественно. Но дело заключается в том, что они пытаются идти по лезвию, и в любом случае они изрежут себе ноги, и все закончится. Но они этого не понимают. Эта материальная жизнь, она настолько опасна. Дивья Сури, Парамамса Гуру Вайшнава, они смотрят и спрашивают, а чем они занимаются? Они играют с огнем. Они играют с огнем. У них столько желания. Огонь, желание разгорается внутри. Как потушить этот огонь? Нет на это решения никакого. Кто может помочь? Отец, мать, жена, муж, дети. И я знаю много случаев. И когда я был маленьким, тоже что-то случилось подобное в селе. И в Силигури на севере Бенгалы я там говорил Харикату, 3-4 раза я там бывал. И однажды я там начал говорить Харикатху, и я увидел столько много народа там. И я видел там каждый день девочку, она страдала, она с опущенной головой слушала Харикатху. Я смотрел на всех, ну, в аудитории, ну, и я ее тоже видел. И я говорил Харикатху 2 часа с утра и 2 часа вечером. И там было какое-то аналитическое обсуждение. И в последний день я закончил, и вот отец этой девочки, он подошел ко мне и сказал: «Махарадж, ты пролил такую большую милость на нас. Моя девочка хотела покончить жизнь самоубийством. Она хотела выйти замуж за одного молодого человека, но он умер в автокатастрофе. Но после прослушивания твоей харикатхи она пришла в жизнь. Она поняла смысл жизни». И много случилось таких, произошло таких случаев даже в моей жизни. Люди, они в неведении, и они прыгают в огонь. Но отец и мать, когда маленький ребенок, он засовывает руки в огонь матери, они пытаются остановить ребенка. Я знаю, тоже случай такой произошел. Мать, она нарезала овощи, и маленький мальчик, он взял и вот этот вот нож схватил, и он порезал себе все руки, изрезал. Он был маленьким, он не знал, что это такое. Мы в неведении, мы не понимаем ничего, но вайшнавы, они не могут перенести этого. Они отдают всю свою кровь, жертвуют всю свою кровь, чтобы каким-то образом нас спасти, но тем не менее мы не обращаем внимание на их искренние усилия. И мы даже считаем, что они наши враги. Они таким образом говорят с нами. По-любому это наши враги. Они с нами не сладостно так говорят, не нежно. Кто будет слушать эту харикатху? Да, конечно, моя деви никогда не позволит вам слушать настоящую харикатху. И кого обвинить? Моя деви вам не позволит слушать харикатху. И таким образом вы будете скитаться по этим мирам бесконечным. Если вы поймете, осознаете, что вы шторм большой, и вы в беззащитном положении, лодка, она вот-вот перевернется, и где вы в настоящий момент находитесь, вы даже не понимаете, если вы осознаете, что вы... То есть вам... что вам нечего даже поделать с этим. И в Бхагаватам описывается, что Гурудев, он сравнивается с капитаном лодки, корабля.
капитан, он управляет кораблем. Он капитан корабля, и он постоянно проверяет, то есть в каком направлении, он, у него компас, он проверяет, в каком направлении двигается корабль и так далее. Все контролирует. У нас нет другой опоры. Бхагаван, он не спустится напрямую. Махапрабху пришел, хорошо, это особый случай, но, как правило, Бхагаван, он не приходит. Бхагаван, как правило, отправляет своих представителей, и представители, они как-то организовывают все. И очень редко Бхагаван сам снисходит. Если вам удастся контролировать ваши органы чувств, и многие йоги, многие гьяни, они доказали, что это возможно на некоторое время, возможно, то есть они временно смогли взять под контроль свои чувства. Иногда такое происходит, но вот эти йоги, они потом опять падают. У них потом опять проблемы случаются. Есть столько много примеров в Бхагаватам. Кто-то там занимался йогой, но потом все было уничтожено, потому что майя, она такова. Даже Шанкар Бхагаван не может бросить вызов Майи. Мы этого никогда не наблюдали. Гуру вас контролирует при условии, что вы продали свою голову его лотосным стопам. Если вы не продадите свою голову лотосным стопам Гуру Падпадме, то Гуру Деву ничего не останется. Даже если это будет сам Прабхупада или Бхактинот Такур, много столько людей, которые пали. Нам нужен садгуру, который связан напрямую с Бхагаваном, с Вайкунта Джагатом. У него непосредственная связь с Вайкунтой, и он берет Бададживу за волосы, когда кто-то тонет. Когда кто-то не умеет плавать, мужчина или женщина, и вот если они тонут, то кто-то, он когда знает, как плавать, что ему остается, то есть он, ему нужно схватить за волосы, потому что если он возьмет тело, то мужчина или женщина, они схватятся за этого, за спасающего, и тогда все оба утонут. Поэтому то есть спасатель, он берет, хватает за волосы, одной рукой плывет, а другой рукой за волосы вытаскивает человека. Когда кто-то тонет, то есть это есть такое решение. Те, кто спасают, иногда на лодках, в разных местах паломничества, там лодки наготове, как только там в опасности, то они на лодке подплывают и за волосы вытаскивают. Гуру Вайшнавы, они всегда наготове. Они как спасатели. Как пожарники. Пожарники всегда на чеку. И поэтому спасатели, они всегда готовы спасать. И они назначенные личности, то есть их Бхагаван назначил. Наш ум, он как сумасшедший слон, и он не может, то есть его нельзя контролировать. То есть если вы ожидаете, что вы сможете контролировать свой ум, это иллюзия. Ум, он не может, мы не можем его контролировать, это доказано. Наш думать, что вы можете контролировать свой ум, это сумасшествие. Но существует процесс некий, и при помощи этого процесса вам удастся контролировать ум. В шастрах написано, если мы продадим свои головы лотосным стопам Гуру Вайшнавов, тогда в этом случае только это будет возможно. Но если вы сохраняете свою голову себе, то есть это не будет возможно. То есть ваши материальные идеи, ваш материальный ум, ваш материальный интеллект, они вас будут постоянно вам дочинять проблемы, и вы не решите эти проблемы. Чтобы добиться успеха, нужно продать голову
лотосным стопам Прабхупады, Гуру Варги. Но это невозможно. Но те, кто, кому это удается, они могут обрести такую силу, как Харидас Такур. Харидас Такур — это возвышенный преданный. Он намачарья. И он получил этот самый великий титул, звание намачарья, потому что нама, нет ничего выше намы, а он намачарья. И Харидас Такур спас проститутку. И что произошло потом? Харидас Такур остался в своем баджан-кутире, чтобы спасти эту проститутку. Он должен был уйти, покинуть то место. Он сказал: «Я задержался на 3 дня только для того, чтобы спасти тебя. Я знаю, что там против меня был какой-то заговор. Я знаю все это. Но я ждал ради тебя». И эта женщина, она, Харидас Такур ее спас. И не только он ее спас, но в итоге она стала не сокровищем, она стала философским камнем сама. Когда философский камень он соприкасается с железом, и железо превращается в золото. Но в данном случае так не произошло. Харидас Такур, он философский камень, он сам философский камень. И он сделал из вот этой вот женщины другой философский камень. Не просто золото, а философский камень. Поэтому представьте, какой это особый случай. Он не просто спас эту падшую женщину, она была такой падшей. Не можете себе представить этого. И он спас ее. И она стала великой преданной. Такой великой. В Чайтанья Бхагавате написано, что большие ачарьи, они к ней приходили, чтобы предложить свои поклоны. Как же это возможно? Это возможно. Это возможно. Но нам нужно будет продать наши головы лотосным стопам Шуддху Гуру Вайшнав, и только в том случае у нас получится контролировать ум. Вчера я обсуждал вот эту шлоку «Шабде Паричани Санатан». И я хочу объяснить что-то. Шабда Брахма и Парабрахма. Если мой гуру Падпадма, он осознал и Шабда Брахму, и Парабрахму, то это очень здорово. Мой гуру Дев, он гуру Падпадма ему дал Ванисеву, и гуру Падпадма мне тоже дал Ванисеву. Я очень удачлив. Шабда Брахма, вы должны знать Шабда Брахму, ну, знать шастры, Шабду знать. И не просто знать, а осознавать напрямую. То есть не просто там запоминать какие-то там... Кто-то может обладает хорошей памятью, и он может запомнить многие там писания. Нет. Речь идет о том, что эта душа должна быть осознанной. То есть он не просто запомнил шастры, он их осознал. И также у него есть вот эта сила, чтобы привить ачаран любой падшей душе. То есть если эта душа, она хочет этого, то есть если она в линии, то вот этот вот могущественный преданный, он может привить свои идеалы, свой ачаран. И Парабрахма означает... Парабрахма означает Бхагаван непосредственно. То есть вот этот вот преданный великий, он осознал Бхагавана и служение. То есть у него есть осознание Парабрахмы и Шабдабрахмы. И он, у него Севананда, то есть он осознал, что такое служение, и он получает счастье. Почему преданные, они всегда счастливы, они никогда не устают? Почему? Потому что они наслаждаются служением. Ну, то есть наслаждаются Севананда.
если вы получаете счастье от Севы, тогда и речи не может идти о уставании. Но когда вам надоедает, когда вы несчастливы, то тогда гормоны особенные выделяются, и вы чувствуете себя уставшими, и то есть вы не хотите больше служить. Это токсин, и он заставляет наше тело, ну, чувствовать себя ленивым. Но спортсмен, когда играет, он 8 часов посвящает свою энергию на игре, и он не устает. Шабда Брахма, то есть вот этот вот преданный, осознавший себя душа, он осознал шастры и осознал Парабрахму, Кришну, то есть у него Севананда, он знает, что такое служение, то есть он служит, он служит поистине, совершает истинное служение. И вот такой преданный, он может вам помочь. У кого нет севананды, только тот, кто бэ-бэ-бэ говорит философия какой-то, он вам не может помочь. То есть нужно быть, осознать шабду Брахму, парабрахму, то есть служение. И Локанат Дас Госвами, он не говорил харикатху напрямую, но у него есть осознание севы, то есть он Бхагаван явился ему с Шримати, вместе с Шримати Радарани. Локанат Дас Госвами, он был полностью нескинчен, он жил под деревом, и там виграха Рада, не Говинда, какая-то другая виграха, забыл. Он в сумке их постоянно носил. У него была сумочка такая, сделанная из одежды. Там у него не было ни храма, ничего. И доставал божества из этой чолы и совершал пуджу, предлагал прасад, и потом обратно в сумку убирал и дальше путешествовал. И Локанат Дас Госвами отправил Наротам Дас Такура обучаться у Живы Госвами Пада. И не было никакой зависти. Гопал Бхатта Госвами отправил Шринивас Ачарью обучаться у Живы Госвами Пада. Таким образом, Шамананда Прабху также его Гурудев отправил. Не было никакой зависти, но в наши дни завидуют. «О, почему ты ходишь слушать вот харикатху туда? А в какая проблема? В чем проблема? Почему вы как Гитлер? Почему вы как диктатор? Не ходите туда, не слушайте. А что это такое? Вы диктаторы? Вы хотите стать Гитлером? Вы говорите, то есть или ты говоришь что-то, но сам не можешь, если я задам вопрос, а почему ты это говоришь, то ты не можешь дать ответа. Единственный ответ — это то, что ты завидуешь. Почему? Какая проблема? Если кто-то будет слушать харикатху, в нашем сообществе столько много молодых, они могут... то есть могут стать преданными, хорошими, чтобы кто-то должен потом продолжить поток, ну, в плане того, говорить харикатху, кто-то может, ну, слушать харикатху, а потом начать ее говорить. И мы хотим через парампару, через шротапанту, мы хотим поддержать огонек, чтобы он постоянно горел. Мы не хотим увидеть так... Ну, обнаружить такую ситуацию, где огонь тушится. То есть нельзя распространять какие-то придуманные философии, поверхностные философии. Нужно быть в шротапанте, нужно защищать парампару и ее учение. Пытайтесь защищать парампару, забудьте об интересах вашей организации. Это моя просьба всем и каждому. Забудьте об интересах организации. Выйдите из этого ограничения, из этого заточения. Это невежество, неведение. Нужно предоставить полную защиту нашей сампрадайи. Таким образом, когда новые поколения, они будут приходить, они получат этот огонек нетронутый, то есть прям такой, какой он был.
Я не знаю, почему они хотят стать какими-то хулиганами, боссами, начальниками, диктаторами. Мафия. Они хотят стать мафией. Мафия повсюду, в образовании, в спорте. Повсюду мафия. В политике мафия. И также в нашей духовной жизни есть мафия. Они хотят занять положение, денег хотят собирать. Ну, то есть, а если вы пойдете против них, вам даже убить могут. Это же и так ясно, что они мафия. Просто понаблюдав за их деятельностью, это же все становится ясно. Но глупые люди, они не понимают. Они бегут, и они туда прибегают, и они там могут умереть. Я говорила о стольких многих вещах, но главная вещь, что я сказал, если я хочу служить чистым вайшнавам, разве это запрещено? Спросите вайшнава. Если я хочу служить чистому вайшнаву, разве это запрещено? Это запрещено? Нет. Кто сказал, что запрещено? Кто сказал? Я отправлял в разных преданных к Тиртхи Махараджу. Приходили, у меня спрашивали инициацию, я отправлял к Тиртхи Махараджу, к Сагар Махараджу. Я не хотел давать Ваман Махарадж. Они вайшнавы, они великие вайшнавы, идите к ним. Нет. Нет, мы хотим у тебя, Дикшу. Нет, я ничто, идите к Шанти Махараджу. И даже кто-то хотел у меня саньясу принять, и я отправил к вайшнавам другим. Окей, я могу организовать ягью для тебя, но саму саньясу я тебе, я не квалифицирован тебе дать саньясу. Я никогда не завидовал Махараджам. Почему? Спросите у чистого преданного, он скажет, служите чистым вайшнавам. То есть не должно быть никакой зависти, но в настоящее время, к сожалению, это не так. И я не знаю, почему так происходит. Какая-то дешевая политика постоянно происходит. Мне очень жаль видеть ситуацию. И вчера я говорил о Сиддханте чей? Джива Госвами Пада. Джива Госвами Пад пишет, что если вы спросите разрешение у Гуру Падпадма, или, например, когда Гурудева уже ушел, вот эта шлока, в Бхакти Сандарбе Джива Госвами Пад пишет, Гуру Варгая, если Гурудева, он присутствует здесь физически, то есть вы можете у него спросить разрешение, можно мне служить вайшнаву чисто? Как Бхакти Валабтирта Госвами Махарадж, я сижу на Вьясасане, я говорю правду, и когда преданные спросили, Баба прибыл в Матх-Дели для того, чтобы там Севу служать. Можем мы у него спросить задать ему какие-то вопросы, потому что у тебя нет много времени. И он сказал, какой Баба? Шам Баба, да, конечно, идите. И было столько там много преданных. Он сказал, да, конечно. И никогда не сказал, не ходите к Шам Бабе. Тирта Госвами Махарадж, он также отправлял меня в аэропорт, чтобы я привозил преданных новых, и я их принимал как своих детей. С любовью я их усаживал в машину, и я говорил Харикатху, чтобы они приняли прибежище у лотосных стоп Бхакти Валаб Тирта Госвами Махарадж. Не у меня, чтобы они инициацию взяли, а у Бхакти Валаб Тирта Госвами Махарадж. Я не занимался какой-то политикой, чтобы там получить денег от них или заставить их у меня принять инициацию. То есть я возвращался и их предлагал Махараджу. Махарадж, смотри, приехали преданные.
Махарадж, он никогда не думал, что если отправит Шамал Кришна, то мое имя Брамачари или Бабу, то есть что он там какие-то манипуляции будет совершать. Тирта Госвами Махарадж, он может видеть, увидеть мое сердце, что в моем сердце, я не могу его обманывать. Он знает это. И много раз он меня устроил проверки мне. Он сказал: «Махарадж, оставайся в нашем Мадхе». Твой гуру Падма, он был эдитор, редактор. И я сказал, я очень мне хочу заниматься этим служением с тобой, но ты это прекрасно знаешь, что они мне не позволят совершать служение свободно. То есть они постоянно будут оказывать давление. Если я даю вам вайшнава-севу, и в то же самое время я как бы давлю на вас, тогда под давлением никто не может совершать служение. В Кришна-нагаре там была харикатха, и я однажды отправился к Махараджу и стал с ним разговаривать. Я сказал: «О, Махарадж, ты мой гуру Падма». Бхакти Вакбал Тирта Госвами Махарадж: «Нет, нет, я не твой гуру, ты же мой духовный брат». И потом Махарадж сказал: «Ты хочешь со мной в Америку поехать, чтобы там проповедовать?» Я ответил: «Я падшая душа, я сижу на Вьясасане». Махарадж позвал меня: «Ты поедешь со мной в Америку проповедовать?» Я сказал: «Я падшая душа, там в Америке майя, повсюду иллюзия. Я там не выживу». И Тирта Махарадж сказал то же самое моему гуру Махараджу, когда гуру Махарадж ему приказал отправиться в другие страны проповедовать. Махарадж сказал: «Махарадж, ну там повсюду майя, я сам себя не могу спасти». Это их скромность. Таким образом, Джива Госвами Пад говорит, попросив разрешения у Гуру Падмы, вы можете служить чистым Гуру Вайшнавам, кто в линии вашего Гуру Падмы. То есть те, кто ненавидит вашего Гуру Падмы, это не пойдет. И я сказал, что если саду должен быть из той же самой сампрадаи. Много раз такие вещи произошли. То есть саду, они могут быть сидди. У меня есть фотография, я могу вам показать фотографию одного бабы. Иногда я встречаюсь с сидда бабой и с другой сампрадай. Но я хожу туда, чтобы научиться чему-то новому по наставлению гуру вайшнав. Таким образом, чтобы я смог применить это в своей жизни. У них очень есть много чего хорошего, чему научиться. И вот этот вот Сидда Бхагават Дас Баба, он из Айодхи. Я был в Айодхи. И вот в этих вот местах, там их ашрамы. И я видел его настроение, его деятельность. Один в те времена, кто-то пришел с 200 тысяч рупиями, он положил перед бабой. Баба, он сидел там, пранам, прими. А он спросил: «А что это? Что это?» «Это... А, ты можешь отдать ответственному по ашраму или что-то в этом роде». Он даже не притронулся. И они могут потратить это на служение. Но в любом случае я в других сампрадаях не научусь ничему такому, что было бы против Гаудия Бхаджана. Никакую ошибочную сиданту я не могу выучить. Но она не ошибочная, она в соответствии с их бхаджаном, она их сиданта. Но оно не важно мне для моего бхаджана. Но когда-то, может быть, что-то и можно использовать, какую-то сиданту. И вот Джива Госвами Пад говорит: если моя Гуру Сева не пострадает, то есть моя изначальная Гуру Сева, if my original Guru Seva not going to be hampered this way,
Я в таком случае я могу служить другим. Например, я служил Бхактивалпитирте Госвами Махараджу, но мое изначальное служение, оно не, то есть не было потревожено. И что говорить по поводу потревожения? Я жил в Мадхи, и даже у меня было много возможностей, ну, намного больше возможностей совершать свое изначальное служение. Если мне удастся послужить Ваману Госвами Махараджу, Тирти Госвами Махарадж, Нананда Баба, много преданных, Гири Махарадж, Сагар Махарадж, столько много преданных. Гуру Махарадж никогда мне не говорил такого, не служи никому, не ходи к ним. Бхакти Даттам Мадхава Госвами Махарадж, он постоянно занимал своих учеников в служении нашей Гуру Варги. То есть Бхарати Махарадж, Тирта Махарадж и другие вайшнавы, они служили духовным братьям Мадхава Госвами Махарадж, но кто-то был даже против Бхакти Даттам Мадхава Госвами Махарадж. Он прям там что-то, ну, то есть что-то нехорошее сделал. И когда он состарился, вот этот вот вайшнав, который против Бхакти Даттам Мадхава Госвами Махарадж в прошлом пошел, то он в конечном итоге, у него не было прибежища, и Бхакти Даттам Мадхава Махарадж его приютил в своем матхе. И он дал одному севаке служение, ну то есть служить этому вайшнаву. И этот севак, он сказал: «Я не буду ему служить, потому что он был против тебя». И Мадхава Махарадж сказал: «Нет, это мой приказ, тебе придется ему служить». Он сейчас состарился, что-то он служил Прабхупаде. Те, кто послужили Прабхупаде, их лотосные стопы, и пыль с их лотосных стоп я в себе помещаю на голову. Кто бы это ни был. То есть не, ну, нельзя никого оскорблять. Если вот такие мысли меня посетят, я могу отклониться от Бхагавад-дхармы. Я тогда не останусь в Бхагавад-дхарме. Что говорить о том, чтобы сохранить положение ачарьи, быть ачарьей, мировым ачарьем. То есть можно вообще даже потерять вот этот путь Бхагавад-дхармы. Сейчас философия фальшивая, она распространяется повсюду. И вам кажется, что это более такое что-то приятное, и вы наслаждаетесь, но вы не заинтересованы в абсолютной истине. Я знаю, что вы пришли, чтобы получить что-то другое. Я уверен, вы пришли в баджан, чтобы получить что-то другое, не абсолютную истину. Я могу дотронуться до Бхагаватам и сказать: вы пришли, чтобы получить Лаба Пуджа Пратишту, и не Бхагавана. И признаки об этом говорят, но вы или ты. Как аюрведический доктор, когда он трогает пульс, он может все признаки болезни сказать. Если я покинул дом в поисках абсолютной истины, тогда почему я иду по ошибочному пути? Почему? Гопи сказали: мы ищем Кришну в лесу, повсюду его ищем. Мы ищем Кришну повсюду. А где Кришна? Даже у меня есть доказательства, я могу вам показать, но я никого не хочу оскорблять. Пусть все остаются на своих местах. И они говорят неправду, ложь. Что говорить об абсолютной истине? Я даже сейчас не затрагиваю этот вопрос. Они даже не говорят правду, обычную правду, обычную материальную правду. Они лгут, чтобы получить какие-то деньги, получить признание. И у меня столько много доказательств, но я не хочу их показывать, потому что я никого не хочу оскорблять, но
Но если они чувствуют, если они оскорбляются из-за этой харикатхи, я прошу прощения, я обязан говорить о том, что говорит Прабхупада и Гуру Варга, я не могу вам подчиняться. Ты тоже мой шикшагуру, ты тоже прыгаешь в огонь, и ты меня учишь, как так не поступать. То есть ты меня учишь тому, как мне саму себя защитить. Ты думаешь, что я твой враг, но я не считаю, что ты мой враг. Я не хочу никогда никого оскорблять. Это все желание Бхагавана. Мне не нужно никого на чистую воду выводить. Бхагаван все знает. Если вы будете служить другим вайшнавам, попросив разрешения у Гуру Пад Падмы, то это очень здорово, потому что это вам даст силы, поддержку. Я вам покажу Гуру Татва. Гуру Пад Падма написал, Гуру Татва означает, если я люблю Прабхупаду, то я буду любить всех его истинных учеников. Это был Даршан Мадхава Госвами Махарадж. Он сказал своему ученику, служи вот этому моему духовному брату. Но он же был против тебя, но он служил Прабхупаде, поэтому тебе придется ему служить. И вот этот севака, он служил одному вайшнаву, который пошел против его собственного Гурудева, по приказу его собственного Гурудева. Был один баба, я забыла его имени. Много бабаджи приняли вешу у Прабхупады. И однажды вот этот баба, он пришел в храм Майяпура по желанию Мадхава Госвами Махарадж, но он был против Мадхава Госвами Махарадж. И севака, он был, ну, то есть он служил, потому что Гурудев приказал, но у него были какие-то негативные эмоции внутри. И что произошло? Однажды, по какой-то причине, севака, он прям, ну, оскорблял этого бабаджи. Ты это сделал, ты и так поступил. Ну, то есть не оскорблял, а вот он ему все выговорил. После чего вот этот бабаджа, он закрыл дверь в своем кутире, закрыл окна, двери и остался там без просада. И он остался в своей комнате, и он постился и плакал. И Бхактидетта Мадхава Госвами Махарадж, он отсутствовал, и он вернулся в храм, и все ему предложили поклоны. И Бхактидетта Мадхава Госвами Махарадж спросил, а где Бабаджи Махарадж, где он? А, Бабаджи Махарадж, он внутри своей комнате, уже два дня там сидит, не выходит. А что произошло? Он не пьет, не ест. Почему? Потому что вот тот севака, он ему все выговорил. А правда, что ли? И тогда Мадхава Госвами Махарадж, он бросил сумку и отправился к Бабаджи Махараджу. Он ему застучал и начал просить его, открой, пожалуйста, дверь, пожалуйста. Смотри, мои дети, они также и твои дети. Если он в неведении, если он совершил какую-то ошибку, пожалуйста, прости его. Пожалуйста, прости, я прошу тебя прощения. Тогда баба открыл дверь, и они тогда обнялись, заплакали оба. Это такое сердце было у Мадхава Госвами Махараджа. Вы видели Баджан Кутир Мадхава Госвами Махарадж, его в храме? Здесь, в Майяпуре. Вы видели его Баджан Кутир? Свами Махарадж, он жил в своем, в его баджан-кутире, в его комнате, чтобы проверить все строительство. Вы не знаете этой старой истории. Мадхава Госвами Махарадж, он позвал его в свой храм. Ты живи в моей комнате, в моей комнате. И ты будешь так же уважаем, как и я. Это вот учение нашей Гуру Варги. А сейчас учения негативные, они превалируют. Если вы думаете, что это мое какое-то
вражда. Бхагавана и Вайшнава, они знают мое сердце. Я никогда не хочу идти против никого, но я обязан установить абсолютную истину. И если мне нужно говорить что-то такое сильное и неприятное, то я все равно должен это делать. Я должен защищать интересы Сампрады. И для этого я дам последнюю каплю своей крови. Если вы будете служить вайшнавам, это не может угрожать вашему бхаджану. Это вас поддержит в вашем бхаджане. Например, если я встречу саду не из Гаудия Сампрадай, как вот один вот Сидда Махатма, он мне давал пожертвования, одежду. Это уважение. И когда я совершал Враджа-мандалу парикрам, я остановился в храме у саду из Нимбаркачари, Нимбарка Сампрадая. Там был один Нимбарка саду, ачарья, в маленьком храме. Я к нему отправился, он меня посмотрел, и он очистил свою комнату, ну там разобрал что-то, и он меня сказал: «Баба, остановись здесь, в моей комнате». А я удивился, он даже меня вообще не знал. Может быть, я был каким-то преступником, а он приготовил свою собственную комнату и дал мне место. Я сказал: «О, баба, я не могу жить с тобой. Ты ачарья этого храма, я могу на веранде пожить». И тогда, и когда я уходил из того храма, он мне дал пранами и одежды. И я сказал: «Ну это я у тебя пожил, и мне тебе нужно предложить пожертвование» и так далее. Он сказал: «Нет, нет, таковы правила. Вайшнавам всегда нужно предлагать пожертвования, одежды» и так далее. То есть я видел много саду из других сампрадай, и они великие преданные, но, конечно же, я не буду у них ничему учиться, ничему тому, что касается Гаудия Бхаджана. Лучше получить общение саду и собственной сампрадай, кто более возвышен, чем ты. Если вы будете общаться с саду из других сампрадай, это хорошо, это нормально, но вы у них ничему не научитесь, ну, как бы, в отношении своего собственного бхаджана. Поэтому Рупа Госвами Пад пишет: то есть нужно служить саду из собственной сампрадай в похожем настроении, и этот саду должен быть более возвышен, чем вы. И если вы будете служить такому саду, он будет вам давать харикатху. И служа вайшнавам, вы можете научиться, ну, то есть осознать всю сиддханту. И в Гите Бхагаван говорит: если вы хотите стать возвышенными таттва-гьяни, Бхагаван объясняет, что нужно обращаться к Гурудеву таким образом. Таттва-гьяни, возвышенные преданные, они очень, ну, то есть для них легко передать вам это знание, но при условии, что вы предались, то есть и у вас есть настроение служения. Тадвидья означает «будь уверен». Пранипатена, ты предлагаешь самого себя лотосным стопом Гурудева, ты предаешься. Парипрашна, это значит, ну, вопросы о смысле жизни. О, Мараш, как мне совершать баджан? То есть вот эти вот важнейшие вопросы. И сева, нужно обязательно, чтобы было настроение служения. Если вы будете продвигаться таким образом, то я гарантирую вам, вы добьетесь успеха, потому что Бхагаван, он не говорит лжи. Я знаю, что служить гуру вайшнавам
очень сложно служить Бхагавану, легче, чем служить вайшнавам. Служить вайшнавам очень тяжело. Таттва-гьяни. Возвышенные сады, они могут вам передать свое настроение, и вы просто обнаружите в один прекрасный день, что у вас уровень поднялся, и что вы понимаете всю сиддханту. Даже если вы пришли очень поздно, но тем не менее вы все уже знаете, потому что гуру вайшнава, они обладают глазами, они видят тех, кто искренен, они автоматически передают силу вам. То есть вам не нужно просить крипу у них, они вам автоматически ее дадут. Вы можете находиться в Америке, в любой стране, в любом уголке мира, но гуру вайшнава, они могут вам передать крипу, транспортировать крипу, они могут все осознать, что в вашем сердце, и в соответствии с этим вы получите силу. И будет более разумным принять прибежище у лотосных стоп такого саду. Я имею в виду, нужно получать общение возвышенных преданных из собственной сампрадаи, и тогда ваш storage увеличится, то есть ваш запас знаний. Но саду из других сампрадай вы не должны их оскорблять, вы выражаете им почтение. Но настоящая истинная саду-санга должна совершаться с саду из вашей сампрадаи. Нужно совершать общение с возвышенным преданным из собственной сампрадаи. Таким образом, вы возвыситесь очень скорым временем. Вчера я обсудил последнюю шлоку 12 главы 11 песни. Бхагаван говорит Удаве: «Эвам гуру пасанайка бхактя видья кутарена ситена дхираха вибрисша дживасаям апраматтаха сампаддо чатманам атхо тяджастам». Эвам это означает, так образ, то, как я тебя направляю, то, как я тебе даю наставление. Я вам объяснил, что буквальное значение слова «упасана» означает поклонение, и это нормально. Но есть еще другое значение слова «упасана». На санскрите это «упа» плюс «асана». В грамматике столько много, в санскритской столько много правил, и нужно помнить эти все правила. Если вы совершите маленькую ошибочку, то вся фраза, она изменится. Например, произношение должно быть очень точным. Если вы должны там совершить паузу между двумя словами, если вы совершите, то смысл поменяется. То есть если вы неправильно чуть-чуть произнесете, то есть санскрит такой язык. Упасана означает поклонение. Это нормально, то есть это правильное значение. Но есть еще одно значение. Упа плюс асана. Вы помещаете свою асану перед Гурудевой, Гурупадпадмой. И вы никогда не скрываетесь где-то позади. И в Бхагаватам мы видели, что Майя Деви, стесняясь, она стояла позади Бхагавана, с опущенной головой. Она не стояла впереди Бхагавана. В Бхагаватам написано, что Майя Деви, она не желает
предстать перед Бхагаваном, потому что она стесняется, она стоит позади. Она стесняется, что ей стыдно, что чем я занимаюсь, я только всех наказываю, все сражаюсь. Вот такая сева у меня. Моя деви, она стыдится выйти и предстать перед Бхагаваном. И, вы должны понимать, что вы должны поместить свою асану перед Гурудевой навсегда. Нельзя идти против Гурупадмы, но ты идешь против Гурупадмы. Твоя деятельность, то, что ты пишешь, оно доказывает, что ты против Гурупадмы, но глупый мир, они не понимают. И вот ты умен, как ворона или как шакал. Ворона, она считает себя очень умной. Шакал считает себя очень умным, но в конечном счете они их обманываются. Они получают какой-то мусор. Они не получают сокровища. И я вам уже объяснил, что Гурупадме нужно служить, каким образом ему нужно служить. Гурупадма дает мне знание о Пракрита Гьяну. И это знание, оно сравнивается со своего рода шпагой. И эта шпага, она рубит дерево. Какое дерево? А вы сами и есть это дерево. В обусловленном состоянии вы укоренены в этом мире, у вас столько много желаний, они обилась. Поэтому Гурудев, он вот этим вот шпагой знания, он отрубает все корни. И тогда, когда дерево, оно срубается, вы освобождаетесь и летаете по небу в преме Гуранги Махапрабху. Vidya kutareno siteno dhiro, very soft, kata, very soft, siteno dhiro. Шпага, она, это вот холодное оружие, оно очень острое. Те, кто... Дира, что означает Дира? Дира — это те, кто поддерживает связь с Гуру Вайшнавами, с Гурудевом. Дира означает у того, кто, чей ум, он стабилен. Когда кто-то связан с Гуру Вайшнавами, он Дира. Дира не может быть использована где угодно, вот это слово. Но мы не можем назвать всех и каждого Дира. Только тот, кто связан с Гурупадмой, он может видеть прошлое и настоящее. У него связь с Гурудевом. Он Дира. Только Диры могут размышлять таким образом, то есть что Гурупадма может разрезать наши привязанности, наши к этому материальному миру, то есть он может освободить нас. Дживы, они заточены в это тело, в этом теле, они в обусловленном состоянии. И вибриша означает отрезать. Асвая значит анябилас. Апрамата означает... Апрамата. И существует два слова. Прамата и апрамата. На бенгали и на санскрите. Прамата означает сумасшедшие люди, те, кто плавают в океане Майи. А апрамата — это означает те, кто серьезные, очень серьезные. Они очень серьезные и на чеку постоянно. Постоянно на чеку. Малейшая ошибка вас может выкинуть из баджана. Они постоянно на чеку, они постоянно очень внимательны. Те, кто
дерутся, дзюдо, карате, они даже понимают, когда кто-то сзади на них нападает. То есть это пример материальный, но тем не менее он подходящий. То есть они на чеку. Если человек, у него нет такого вот бдительности, то он не может заниматься этими искусствами военными. То есть если в дзюдо нужна такая вот бдительность, то что говорить о духовной жизни, о гуру-севе? Вот почему написано в киртане. В киртане написано постоянно быть начеку. Не должно быть даже никакой малейшей ошибки. Малейшая ошибка может вас выбросить из баджана. Апрамата значит быть бдительным в гуру-севе. Если севака не бдителен, то он не может совершать гуру-севу. Вамана Госвами Махарадж уже в поклонном возрасте, прям как я тоже ночью с Гуру Махараджем был в комнате, помогал ему подниматься в туалет. А Ваман Махарадж, он был в своей комнате, и севака, он спал глубоким сном. И Ваман Махарадж, вайшнавы, они очень милостивые. Окей, он спит, ну окей, я один схожу. И он пошел один и очень потихонечку двигался, и в ванной он подскользнулся и сломал ребро. Только потому, что севака спал глубоким сном. Почему ты в комнате Гурудева, чтобы служить? Если тебе нужно поспать, то иди не в комнате Гурудева нужно этим заниматься. То есть это вот отсутствие бдительности и внимательности. И в моем случае Гуру Махарадж, он был еще более пожилым. Гуру Махараджу было 94-97, а Ваману Махараджу 80 чем-то в тот момент было. То есть Гуру Махарадж, он ходил очень так осторожненько. То есть насколько мы должны быть бдительны, как собака. Мы можем научиться у собаки. Собака спит, и сразу же она вскакивает. Мы учимся у собаки. Она спит, но она очень быстро может вскочить. И сколько бы вы еды ни дали собаке, она всегда довольна. Чему вы можете научиться у собаки? Любви к своему хозяину, преданности своему хозяину. Собака, она — это самое преданное создание в этом мире. Конечно же, я здесь не имею в виду, то есть не сравниваю с гуру вайшнавами, я говорю о материальном мире. Я не сравниваю с гуру вайшнавами. Собака — это самое преданное создание в этом мироздании Бхагавана. Если вы любите собаку, что-то ей предлагаете, если она живет с вами, она вас никогда не забудет. И Шрила Бхарати Махарадж, он давал постоянно пример. Нет времени рассказать о нем, надо бежать скоро уже. Патитанам Павана Бхавишна.